Состоялось заседание муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Подобные слушания в Ленинском районе прошли впервые. Было представлено 5 проектов, 3 из которых поступили из микрорайона Купеленко. Один из важнейших вопросов – создание дополнительных парковочных мест. Количество автотранспорта превышает количество парковочных мест, обустроенных застройщиком. В свою очередь это вызывает определенный дискомфорт и неудобства для жителей. Вследствие этого жители вынуждены парковать автомобили на тротуарах, пешеходных переходах и газонах. Это вызывает дискомфорт у пешеходов и молодых семей с колясками и трудности с проездом автомобильного транспорта, в том числе спецтехники и экстренных служб. Также важным стал вопрос детских площадок. В новом районе зон для отдыха не хватает. И несмотря на то, что в Купеленке насчитывается около 12 площадок, ни одна не соответствует ГОСТу и не стоит на балансе ни в одной организации. Жители переживают, что и эти игровые зоны скоро уберут. Ожидаемыми результатами будут снятие напряженности у жителей по поводу нехватки детских площадок, создание зоны отдыха для детей и родителей и наличие на территории микрорайона одной соответствующим ГОСТам детской площадки. Интересный и нужный проект был представлен в деревне Жабкино. Здесь, по мнению заявителя, необходима площадка с многофункциональной сценой для проведения праздничных мероприятий и выступлений самодеятельных коллективов. Но у членов комиссии возникло много вопросов о возможности осуществления столь сложного проекта в этом году. Чисто со стороны проект очень интересен и он хорош, но сроки, которые сейчас есть, они крайне сжаты, они не успеют реализоваться на время строительного сезона. Мы уйдем в зиму. На все проекты выделено финансирование в размере 10 миллионов рублей. Депутат Юрий Кушнир, ссылаясь на то, что все проекты заслуживают внимания, предложил имеющиеся средства разделить поровну. Собравшиеся инициативу поддержали. Я как человек, как депутат, скажем так, удовлетворил бы, наверное, поскольку это первый опыт, все проекты, в принципе, без конкурса, потому что их всего 5, и денег кто умеет считать? Все умеют считать. Мы поддерживаем. В итоге встречи все проекты были допущены к дальнейшему рассмотрению. Заявителям были розданы рекомендации по доработкам. Следующее собрание состоится 27 июля в 11 часов, где будет представлена подробная презентация каждого проекта.